Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить оладушки на кефире. Для этого нам понадобится кефир, пол-литра, одно яйцо, 3 столовые ложки сахара, разрыхлитель, 1 столовая ложка, либо можно положить соду, чайную ложку. Также щепотка соли и мука 400 грамм. Итак, начнем приготовление. Взбиваем венчиком яйцо с сахаром и солью. Теперь ставим кефир на огонь. Кефир лучше брать жирный, 3-2%. Будем нагревать до тех пор, пока он не начнет свертываться. Но до кипения доводить не будем. Вот кефир начал сворачиваться, и появились вот такие вот белые хлопья. И теперь выключаем и немного дадим остыть кефиру. Теперь осторожно будем добавлять кефир в яичную смесь. Теперь мы постепенно будем добавлять просеянную муку. Продолжаем добавлять понемногу рассеянную муку. Смесь у нас должна получиться похожей на липкую кашу. Возможно, уйдет больше муки, возможно, меньше. Наша масса готова. Мука у меня еще даже вот осталась.
И теперь в последнюю очередь мы добавляем разрыхлитель. И все тщательно перемешиваем. Одновременно ставим разогреваться сковородку нашу. Как добавили разрыхлитель, начинают появляться пузырьки. Вот тут мелкие пузырьки видно. Вот, тесто наше готово. Теперь приступим к выпеканию оладушек. Наливаем масло на сковородку. И выкладываем тесто. Будем обжаривать с двух сторон. Посмотрим, вот эту оладушку уже можно перевернуть. Посмотрим остальные, это тоже уже можно перевернуть. И эту уже тоже поджарим со всей стороны. Итак, продолжаем жарить оладушки. Вот уже сразу видно, что они становятся пышными. Этот оладушек готов. Этот еще не до конца. Светленький. Пока нальем тесто в свободное место. И этот тоже поджарился. Итак, продолжаем жарить оладушки. Вот наши оладушки готовы. Оладушки на кефире получаются очень пышные, вкусные. Пробуйте тоже приготовить по такому рецепту. Всем приятного аппетита! Спасибо за ваши лайки, комментарии, просмотры.
Спасибо за внимание и всем пока!